Всем привет, с вами Фрост. Устраивайтесь-ка вы поудобнее, потому что сейчас мы с вами поиграем в одну очень интересную игрушку, у которой буквально пару дней назад состоялся официальный полный релиз, и называется она LEGO World. Ну, это типа LEGO Minecraft какой-то. Майнкрафт. Это что-то майнкрафтерское. Кубики, квадратики, стил блондин, стил тележки. Алмазный стил. Стил. Больше в кубиков. Скелет. Скелет у нас будет сидеть. Ну что ж, ладно. Кстати, да. Приятного аппетита. Лего. Не то чтобы она прям похожа на Майнкрафт, но для тех, кто любит Майнкрафт, она офигеть как похожа на Майнкрафт. Для тех, кто не любит, ничего общего. Ничего общего вообще. Кроме песочницы. Возможно, свободного мира, в смысле. Сейчас вы делаете первые шаги на пути к творчеству и... Вас ждут Лего-миры. И много кубиков, квадратиков, стил, вон какой-то стил. Стил, тележка. Майнкрафт пролетел! Майнкрафт, стил, кубики, квадратики. Какой-то слишком круглый кубик. Вот так. Стил, стил с курицами. Вот так вот. Куда саньки? Саньки разлетелись, ловите нескольких, ёпта! Куда вы их потеряли все? Покорительница галактики или космонавт? Че за фигня? Почему прет каким-то запах какой-то? Че за фигня? Почему это покорительница галактики, а это обычный космонавт? Походу, какая-то феминистка делала здесь вот эту вот тему, здесь вот эту вот. Почему я не могу быть покорителем галактики? Почему только покорительница галактики и обычный бомж-космонавт? Видите, он даже бородатый, как бомж. Ну, в смысле, не потому, что бомж бородатый. Просто я захотел так назвать, не докапывайтесь. Молодец какой. Вообще без шлема будешь летать. Нет, ты страшный, надень шлем. О! Красавчик, слушай, тебе с такой шевелюрой даже шлем не нужен. Стринги розовые наденешь, да, розовые надень, я сказал. Ты у нас блондин, на всю страну такой один, тебе нельзя быть как все, ты должен ходить в розовых стрингах. И такой, золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая. Кстати, да, чай. Может быть, ароматом и не наполняет, ну и чаша не золотая, как бы. Все, я создал своего прекрасного блондина, на всю страну такого одина. О, как у него шевелюра вместо плаща. Слушай, мне кажется, ты сейчас разобьешься чутка, нет? Фига себе, ты летаешь. Ну ты шкура. Но ракета пострадала. В смысле? Ремонта понадобятся золотые блоки. В смысле, она просто, какие золотые блоки? Почему не алмазные? Да, ракете и правда поплохело. Чайка! Пошла в жопу! Свали с моего... Я сейчас тебя втащу. Не, понимаете, чайка села на мой корабль. Я знаю, что они делают с кораблями. Смотрите-ка, метеорит. Где? Это что ли? Да не, это не метеорит. Это чайка какнула, блин. У чайки панчлайн случился, и она как бы не удержалась немножко. Навщи. Вот так будет с любой чайкой, которая сядет на мой корабль, мать ее. Что за говно? Так, какая-то шкура хочет дать мне задание. Так, что у тебя? Пушка есть. Пушка есть. А свинг? Что ты делаешь, свинья борзая? Тэм, слушай, у тебя бекон убежал. Ну, если что, поймаешь его как-нибудь сама. Ник свинья и курица от меня сбежали. Да ёпта! Ну, это не я был, это они сами. Нужно вернуть ей свиней и кур. Сейчас я их, блядь, отсканирую. Чайку он тебе насажаю тоже. Смотри, прекрасные курицы летают, серят. Несут яйца, может быть, но это не точно. Ну, правда, они улетают у тебя. Ну, слушай, эта ферма не подготовлена просто. Ты шкура, лови мясо. Ладно, на тебе кур. У тебя теперь здесь спортзал. Для бодибилдеров, культуристов, мистера Олимпия. Будешь здесь разводить нефть. Все нормально, что ты так на меня смотришь? Да хера тебе кур наспавнил, все. Че, бабок нету?
смысле нету бабок? Слушай, я там у тебя бабок, у меня деньги кончились на твоих кур. Я у тебя чутка сейчас подхарчу здесь, ты не против, да, водопровод, нахер он тебе не нужен вообще. А-а-а! Ты чё, бекон, делаешь? Меня Невский клюет, ты посмотри! Ты посмотри, что творит, а? О, меня курица убила! Вы чё, серьёзно? Слышь, Невский, ты так больше бицухи не качай, ты меня убил, блин, с двух тычек меня кура отгандошила, посмотри на неё. Арр, тысяча чертей, каналья, мне кажется, у тебя есть мой золотой блок. Что ты за него хочешь? Для Юта хочу поставить себе на этом кайратском корабле пиратский трон. Не может быть, какое странное у тебя задание. Ты чё, чайка, всем что я охерела? Каналья, смотри, какой прекрасный. Мах, как тысяча чертей трон. На. Я не могу смотреть спокойно, как он берет эти блоки. Ух ты, ты обосрался деньгами, мужик. Респект таким мужикам. Стул! Какой прекрасный стул! Как жаль, что он сломался. Уже два из трех. Еще один, и можно лететь в другой мир. Мужик, слушай, если что, вдруг будет еще один блок, ты это не скажи, я тебе еще один трон построю. А пока я разгромлю твой корабль. Бочонки с пивом? Нет, у тебя больше бочонков с пивом? Идти творотить, блин, тут есть золото, золото, целая добыча, все. Сундук с сокровищами. Бочка с какой-то херней. Факела, за все дают, бабоси. Респект таким пиратам, который золото оставил мне здесь. Слушай, бро, да ты вообще... Человек с большой буквы Ч оставил мне целую сокровищницу. Ну ты если вдруг там что-то не насчитаешься, это... Как бы ты сам купил у меня трон, если что. Слушай, у тебя ром кончился, мужик. И флаг сломался. Я не знаю, что ж у тебя корабль разваливается по частям просто. До больших планет с несколькими биомами. Все. Давай, включай нашу любимую. Ты прекрасна в печали и радости, ты мне даришь заботу свою. От любви смысл жизни рождается, с каждым днем все сильнее люблю. Золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чаша. Снижаем сколько? Колька, снижайся. Что такое опять с твоим кораблем? Что за ведро ты купил? Каких запускаем коров? В смысле, коров ты запускаешь? Поливаем... Какие? Чё, блин? Золотая чаша золотая. Да, золотая чаша золотая. Наполняет... Я же говорю, ну Колька, Басков у нас тут. На весь космос такой блондин один. Наверняка... Ок, бро! Рушится! Как он орёт! Просто ещё один метеорит! Круто! Круто! Не поспоришь, правда круто, что за херня ползёт. Ты чё? Да ты хватит! Ты меня жрать ещё будешь! Ты чё за паукан, блин? Я о Спуде расскажу земному, он тебе задницу напорит. Чтоб ты, блядь, ничего не трогал тут. Ты кто такой? Пещерный чувак! Там ещё один пещерный чувак! Чё, пидор, а? Ты чё, пидор, голосжадок? Ты чё, голопопый пидор, а? Ты чё, голопопый? Я сейчас тебя отшлёпаю. Пей чашу. Пей только золотую чашу. Чай. Любимый чай. Офигенный чай. Охуенный чай. Стоит Он застрял. Твоя помогай, моя давай это. Ну давай, моя твоя помогай. Моя твоя наебать потом. Ну это тебе знать не обязательно. Йоу, голозадый бро. Хотя не бро ты мне. Хоть и голозадый это да, я это точно. Нихера себе! Йоу, глазадый! Готово! А, бомбануло! Давай прыгнем! Ну, тебя бомбит! Она застряла, твоя помогай, моя, давай это! Ну да, я вам всем там помогаю, как бы. Опустить поверхность. Как лучше действовать, зависит от ситуации. Что за доступно. Бил? Повысить и понизить. Нет! Это Спарта, шкура ты тупая! Спарта, я сказал! Это Спарта, мать твою! Слушай, ты совсем тупая, что ли, блядь? Не, ну это жопа какая-то, я вам скажу. Ой! Не то.
На, забирай свою тупую шкуру. Он застрял, тебе помогай. Да вы заколебали уже. Через заколебали уже. Положите место. Нихера. Все, нет у вас больше вулкана, пидоры. Пидоры комнатные, нет у вас больше вулкана. Все, моя твоя копать, твоя вулкан. Все, нет твой вулкан больше. Моя твоя... Че, блядь? Вулкан внушает опасения. Пожалуй, пора уносить ноги, пока не поздно. Да не, он уже не внушает опасения, я его скопал. Шо? Ты шо, паскуда? Ты чё дерёшься со мной? Ты чё дерёшься? Ты кто, мать твою, разрешал со мной драться? Я один блондин, ты понимаешь, я исчезающий вид. Один такой блондин на всю планету. На всю галактику, ты чё? Ты на блондина, что ли? Ты чё? Ты чё, блондинов не уважаешь? Ты чё, паскуда? Ты чё, паскуда? Моя пушка. Копирование? Чё? Инструмент топового ютубера. Ага, да, сейчас, все, конечно. Вы найдете, а также ваши собственные творения. Куда ты пошла, а, собака бешеная? На! Тебе домик, напрыскал я тебе домик. Еее! Ничего, что он немного кривой, но это не важно. Кому это вообще интересно? Копировать разрешено. Это экономит время. Понятно? Копировать разрешено. Этот мужик мне разрешил. Если вдруг мне скажешь, что я что-то у кого-то спер, то мне разрешил этот мужик. Хотя я не пру ни у кого ничего. Ну, может быть, иногда масючку. И не у русских. Ха-ха! Если вдруг вам покажется, что я спер идею поиграть в какую-то игру, то мне разрешил этот мужик. Он сказал, копировать разрешено. Поэтому не только одному человеку можно играть в одну игру. Копировать разрешено. Копировать можно. Ясно? Понятно. Спасибо, приятно. А тут Люк тренируется. Короче, это болото с йодой. А это Люк бегает. Люк! Люк! Это баба. Люк, почему ты баба? Где твой световой меч? Я тебя сейчас утоплю нахер. Не будет у нас продолжения джедайской саги. Пусть лучше так. Крокодил! На всю страну... Такой педрил. Как ты педрила? Я, мать его, блондин! На всю страну такой один. Поехали, падла. Сейчас мы всех местных жителей за жопу перекусаем. Жух! Ты чё, дед? Ты чё, принцесса Лея? Ты чё? Йоу, бро. Бро. Бро, дай погонять. Поехали. Это зомби? Ты серьёзно, что ли? Я сейчас паскуда. Я сейчас паскуда напинаю. Всё, я поехал. Бро, ну ты не обессудь, если чё. Я не обессудь. Я тебя покатаю, если чё. Ты звони, если тебя покатать надо, я покатаю. Но лучше не звони. Скелет. А скелет у нас будет сидеть. Скелет у нас будет сидеть. Ах, чайка, какая паскудная. Ах, вы паскуды. Да ладно, скелет, я вас всех посажу. А скелет у нас будет сидеть. Падлы, паскуды творят. Да ладно вам! Ты чё, барыга, что ли? Мне нужен меч. Что, тоже понравилось, да? Торговка разыскивает по всей галактике исследователей, отстань! Которым нужны какие-либо товары. Иногда довольно редко. Не, он меня подошел, шлепнул и стоит такой. Ну чё? А ты пидорс. У нее может. Я тебе кость сломаю тазовую. Нужно. Ух ты, собака! И куда ты побежал? Ага, сейчас. Далеко ты собрал своим золотым блоком, засранец? Ты брюссельская капуста. Еее. Ты не мог бы пройти... в задницу? Я тебя перееду нафиг сейчас. Слышь? Ну ты это... Ты... Ха-ха-ха! Лошара! Гигантские кораллы. Кораллы? Не, ну это просто охренеть, какая огромная игра. И она... Привет, я по тебе тоже скучал, да. Да-да-да-да, набирай мне водичку. Что ты делаешь? Не укусишь ты меня за мою аппетитную задницу? Нет. Не для тебя ее растил, иди... Дельфин! Там дельфин! Там, мать его, дельфин!
И он матерится. Я такой, вот блять! И поплыл отсюда. Я такой, ты че паскуда делаешь? Ты че, мать твою, делаешь? Давай посмотрим на кораллы. Да иди в задницу, ты крокодил, все, ты отсосал, все. Щит, как здесь красиво-то. Тихо, не матюкайся мне тут. Ничего себе. Охренеть, просто шикарная игра. Но проблема в том, что я играю в нее уже, наверное, 2 часа, и у меня от времени уже, ой, как до хрена. И у меня что-то уже болит горло, я не знаю, что за фигня, почему оно мне так резко вдруг начало болеть. Но хватит материться. Ладно, пока дельфин нас не покрыл 3-этажным матом, пожалуй, мы с вами будем прощаться. По-моему, он уже нас покрыл 3-этажным матом. Ну все, чуваки, на этом все. С вами был Фрост. Не забывайте подписываться на мой канал. Вот прямо сейчас возьми и нажми кнопку подписаться. И обязательно ставь большой палец вверх этому ролику, особенно если хотите видеть продолжение по этой игрушке. Все в ваших руках. Ну и, конечно, пишите свои комментарии, подписывайтесь также еще в Инстаграме на меня. Всем удачи и всем пока-пока.